После спасения жены от таинственной темной сущности, я очутился в ловушке темной обители. Воображение может быть врагом здесь. Это кошмарный мир, что существует где-то за гранью нашего собственного существования. Я попытаюсь помочь, как смогу, но все зависит от тебя. Тебе нужно делать то, что Зейн сказал. Иди на сигнал. Я продвигался по переменчивому пространству, пытаясь добраться до Томаса Зейна. Я хочу показать тебе, как развиваются события. Вот так, Алан. Хартман. Все это у вас в голове. Вы сами это сотворили. Нет. Нет! Ну правда, Уэйн. Ваши иллюзии выходят из-под контроля. Убирайтесь из моей головы. Серьезно, Ал! Тебе нужно собраться. Ты знаешь, что реальность не сеная? Видишь, к чему я, Ал? Кажется, я здесь застрял. Ну, ты должен найти способ выбраться отсюда. Я жду. Только помни, ты все еще в темной обители. Ты знаешь, это так? Не хочу тебя тревожить, друг, но время либо плыть, либо тонуть. Я уже чувствовал нарастающее давление. Наверное, парень был прав. У меня осталось мало времени. Все, что я здесь видел, было темной, извращенной версией реальности, основанной на моей памяти и мыслях. Мне нужно было осознать кое-что еще. Если все это исходит из моего разума, значит, я творец всего, что здесь происходит. Я буквально боролся сам с собой. Это был момент просветления. После написания погружения я забыл о себе. Все, что я хотел, это спасти Алис. После этого часть меня готова была все бросить и умереть. Но я не думал сдаваться. Томас Зейн искал меня. Мне нужно было бежать через фантазмы кошмара, следуя за его сигналом. Он продолжал твердить, что я тону, погружаясь все глубже. Но я не мог понять, куда именно, в темную обитель или в безумие. Возможно, это было одно и то же. Хорошая работа, Ал! Так ты правда спятил, да? Нужно признать, мы всегда знали, что к этому все и вело. Наверное, но я чувствую себя довольно-таки вменяемо, учитывая обстоятельства. Безумные люди не знают, что они безумны. Поэтому они и безумны. Эй, глянь на световое шоу в домике. Свет исходит от Зейна. Да, ты закончил тонуть. А это значит, он скоро тебя нагонит. Тебе лучше поговорить с ним. Как же много фейерверков здесь! Класс! Вейк услышал композицию старых богов. Музыка была искорежена. Она привлекала тьму. О, черт, да! Помнишь, Ал? Охотиться на редких чумах нехорошо. Thank you.
глубокая мысль, но я здесь немного занят, чтобы не умереть. Ты можешь зайти внутрь, Ал! Здоровяк просто снес эту дверь! Оу! Видишь, Ал? Это классический ты! Всегда делаешь вещи сложными! Это всего лишь воспоминания. Даже воспоминания у тебя сложные. А, да, так я думаю, ты поговорить должен с Зейном, раз уж он правда здесь. А я, ну знаешь... Зейн, ты на славу постарался, Алла. Теперь я могу пойти с тобой. Ты попал в западню собственного сна. Тебе нужно проснуться, но сперва нужно добраться до себя самого. Дом? Да, мой дом. Это будет нелегко. Твоя предыдущая работа тебе в этом поможет. У меня до сих пор сохранились страницы из твоей рукописи. Такие слова имеют силу здесь. Маяк? Волны во входе. Потом тебе придется действовать самому. Сейчас я не могу войти. Темная сущность позаботилась об этом в нашу последнюю встречу. Ты борешься с собой, с частями собственного сознания, вышедшими из-под контроля. Эту битву ты должен выиграть сам. Я был рад, что Зейн был рядом со мной. Он знал местность, какой бы она ни была. Но часть меня удивлялась, а был ли он до сих пор человеком после стольких лет, проведенных в бездне. Так одиозно. Сторон надвигался! Он мог свести его! Способ пройти сквозь это хаотичное безумие. Оно напоминало мне о темной сущности, всего лишь воспоминания, но оно все еще могло убить меня.
здесь все становится маленько безумным, Зейн. Ничего удивительного. Ты борешься за свой разум. Эта борьба меняет мир вокруг тебя. Но каждый шаг приближает тебя к цели. Если ты выдержишь, твой рассудок прояснится, и тьма отступит. Теперь, когда я понял, с чем столкнулся, окружение стало еще более диким и странным. Оно больше и не пыталось соответствовать реальности, потеряло нормальность. Thank you.
что еще? Мистер Уэйк, я могу вам чем-нибудь помочь? Приятно познакомиться, мистер Уэйк. Пожалуйста! Проклятие! Я же сказал, пожалуйста! Дайте больше света! Это лифт? Да почему бы и нет? Следующая остановка — вменяемость. Ты поправляешься, не останавливайся. Трудно уловить смысл этого места. Это сон. Это безбрежное пространство. Пристанище для силы сущности и чуждых людям. Темная сущность. Да. Не знаю, что случилось с ней после вашей последней встречи. Отсюда есть какой-то выход? Иногда между мирами удается установить связь. Ты сам это делал. Но совсем покинуть темную обитель я не нашел выхода. Это колонка Стаки. Не совсем то, что я хотел увидеть. Но, по крайней мере, я был не на водительском сидении. Еще одно воспоминание обрело жизнь. У Уэйка не было шансов. Безумие, с которым он столкнулся, уже было его частью. Жило в нем, в его действиях. Он не мог победить. Да он и не хотел! По крайней мере, маяк был сравнительно близко. Каким-то образом мне нужно найти к нему дорогу. Дело, гуляй смело.
часть тебя, что всем управляет, сейчас в доме. Спит безумным сном. Я не думаю, что мне это по нраву. Ты та часть самого Рейка, что способна разумно мыслить и планировать. Вот почему я говорю с тобой. Если эта часть сможет перехватить контроль, у тебя есть шанс добраться до цели. Но часть тебя хочет сдаться. Там, в забвении сна, так уютно. Ты та часть, что не готова сдаться и погибнуть. Стой! Хочешь сказать, что я не настоящий? Ты реален, как и все остальное в этом месте. Так есть второй я? Да. И тот, которого ты назвал мистер Скрип, он такой же, как я? Нет. Зейн, ты решил поиграть со мной в какую-то игру? Не я, автор твоей истории. Как ты можешь такое говорить, раз ты написал обо мне еще кунчике? Это была не моя рукопись. Ты направил меня за ним. Ты сказал Уивер хранить его. Да, она была необходима. А тебе был нужен чем кунчик, но я не... Что? Я не понимаю. Зейн? Зейн? Да ладно! Что ж, все сразу прояснилось. Это все равно, что учиться управлять своими снами. Есть связь. Ты был в моем сне? Да. Я научил тебя. Ты исправил мою глупую ошибку с Барбарой. Thank you.
просто как эти вещи, что могли его спасти. Даже если свет погас, я должен идти дальше. Будем говорить без утайки. И позвольте мне подчеркнуть, как я рад, что вы сделали этот шаг. Я хотел бы обрисовать ваше состояние. Я весь ваш. Пожалуйста, скажите, если я не прав. Хорошо. Начнем, пожалуй, с очевидного. Автомобильная авария. Последствия, невылеченные ЧМТ. При всем моем уважении к доктору Нельсону, он все-таки не нейрохирург. Они могли быть куда значительнее, чем вы полагаете. Да, у меня бывают головные боли. Потом ваше прошлое злоупотребление алкоголем, которое в сочетании с хронической бессонницей привело к приступам галлюцинации. Это была еще одна попытка запутать меня. Но сейчас я понял, чем были эти фантомы на самом деле. Отголосками боли, вины и безнадежности, в которых увязла часть меня. Что я слышал, не было правдой. Это был ядовитый мираж. Он ранил глубже, но все это делало желание избавиться от него еще сильнее. Я больше не хотел быть этим человеком вновь. Я должен был заставить себя увидеть свет. Большая часть пути позади. Осталось еще немного. Тебе нужно обрести полную власть над своим разумом. Отбросить все фантазии, что ты взрастил. Да, что ж, я думаю, что справлюсь. Многие вещи, что я видел здесь, были личными и чудовищными. Признаю, было больно, но теперь меня не проведешь. Я знаю, что это обман. Хорошо, ты осознал правду. Но та часть тебя, что жаждет саморазрушения, все еще в плену иллюзий. Так что не теряй бдительности. Иллюзии не станут менее опасными лишь от того, что ты чувствуешь окружность. Я сделаю это. У меня нет иного выбора. Держи. Мне дальше не пройти, но вот это тебе пригодится. Спасибо. Эй, знаешь, что я тебе скажу, Алан? Я знаю, как у тебя голова работает. Ты устраиваешь скандал, анализируешь его, и в голове у тебя рождается новый триллер. Так ведь? Ой, ладно, я не делаю так. Именно так. Я тебя изучила. Ты не можешь. Я ненавижу тебя. Ты и что бы ты ни сделал, я не знаю. Видишь?
Поверь. Поверь мне, я люблю тебя и никуда не уйду. Я почувствовал облегчение, добравшись сюда, но я не был уверен, что же произойдет дальше. Зейн оставил меня. Я даже подумать не мог, что темная сущность сделала бы с ним, оставаясь он рядом. Но с этого момента я был сам по себе. Все же он провел меня сюда. Я никогда не справился бы в одиночку. Все шло к концу. Оставалось совсем немного. Thank you.
Я был удивлен сменой декораций, но не шокирован. Я начинал понимать символизм и течение потока темной обители. Ух ты! Тут красиво, Алан. Ну да, ничего так. Я чувствую какую-то депрессию. Чего? Так Зейн твой новый приятель? Я чувствую себя брошенным. Это нелепо, ты даже не настоящий. Это не означает, что у меня нет чувств. Суть в том, что тебе нужно рациональным быть здесь. Отбросить свои фантазии, да? Что ж, неприятно говорить, друг, но я фантазия. Ладно, ты отброшен. Пока. Ал, я хочу сказать, что единственный способ добраться в эту хижину лежит через меня. Это вещь из серии «Убить свое детище». Но черт, ты используешь это, писатель высшей лиги? Я прав? Что же говорит о тебе? Кто? Как ты так отчаянно хранишь себя от Росфорда? С собой. Ну, поехали! Наработаем! 50% комиссионно. Это здорово, что вначале ты сотворил себе воображаемого друга, а потом ты даже не смог поладить с ним! Социальные навыки, ау! Ты у них мастер! Давайте избавим вас от творческого кризиса, Алан. И это еще не все! Ты современный мастер детектива и эксперт в убийстве при темных приемниках. Это мастер! И это лучшая часть. Считай. Лучшее в моей работе состоит в основном в проверке того, чтобы ты не разрушил всю свою жизнь, потому что ты имеешь самоконтроль, питбуля на наркоте. Это так обогащает. У меня были несколько ответов на быстром наборе, потому что я не знал, когда ты вляпаешься в минусу. Ты знаешь, какому типу людей это нужно? Гангстерам? И засранцам. И ты явно не гангстер. Потому что они делают деньги постоянно. Эй! Помнишь, как ты сучил ножками? Потому что твоя жена пыталась помочь тебе, а твое эго не могло принять ее. Из-за этого ты меня чуть не угробил дюжину раз. Лучший друг, Гал! Лучший друг. Меня с ума. Thank you.
слишком темно. Где? Не пойму, куда идти. Почему это происходит со мной? Не пойму, куда идти. Тут слишком темно. Почему? Почему со мной все это творится? Мой разум прояснился. Зейн был прав. Я снова мог мыслить здраво. Но у меня не получилось бы выжить здесь тем же способом, что и он. А второй раз я мог уже и не выбраться. Покинуть это место — непростая задача. Может, даже невыполнимая. Чуть-чуть, и мои безумные мысли снова вырвались бы на волю. Заблудиться в темной обители было просто. Раньше я готов был свернуться клубочком и умереть. Позволить себе угаснуть. Но теперь передо мной разворачивалось будущее. Сиквел «Погружение». Меня зовут Алан Вейк, и я писатель.